Привет, YouTube! Всех поздравляю с началом сезона мопедистов, скутеристов, велосипедистов, мотоциклистов. Ну и, конечно, мы, кажется, вытащили свой так, ну, первым делом, чем заводить. Значит, все тут у меня в порядке, никогда его зимой не делал, все у меня чудненько. Значит, первое, что я начинаю, это его ласточку надо помыть. Все, берем вот водичку, я налил с порошком. Вот такая беда, если у кого нет совета, очень хорошая тряпочка вот эта. То есть она вот эту прорезину вот. Вот, мочится, и никаких разводов нет. Ну, молодежь моя здоровая, уже повытаскивали, свои уже обкатали, один я остался. Так, итак, первым делом у нас крыса конденсаты здесь всякие после зимы, я его и не дергаю, сразу сечу надо прочистить. Соответственно, открываем, проверяем наличие бензина, есть, проверяем наличие масла, есть. Достаем наш печной ключик ржавенький, откидываем провод, ставим ключ. Так, порядочек. Наша свеча. Ну, свеча, в принципе, нормально, я никогда не прокаливаю. Вот такой спичкой отберу. И вот так вот там почистил. А потом бензинчиком плескануть его туда. Вот видите, сколько грязи. Вот, а потом сейчас бензинчик, и будет она чистенькая. Порядок, чистенькая. И на просушечку, на солнышко поставлю, после того, что сохнет. Так, теперь надо прокачать бензин. Значит, обязательно вот этот момент выключить зажигание. Выключили. Вот это у нас откинуто, потому что если будет включено, и мы будем крутить что-то, то здесь вот этот провод может пробиться где-нибудь. Вот выключили, на этом проводе напряжения уже не будет. Есть аккумулятор, но у меня аккумулятора нет. Вот продуваем, так сказать, его, и оно, соответственно, закачивается бензин. Вот после того, как прокачали, проверяем наличие бензина в фильтре. Вот, все есть. Ну, здесь, соответственно, должен быть. Лучше всего эту газульку до конца надо открутить, чтобы воздуха много поступало и бензина. И вот этот вращать. И оно сюда лишнее потом повыбрасывается. Вот затем газульку отпускаем вот так вот. И уже потом здесь лишнее. Все, можно ставить свечу на место. Свечу обязательно надо сперва рукой закрутить, чтобы резьбу там, вот она все нормально. И как она уперлась, тогда ключиком уже подтянуть. Вот, потому что поначалу насиловать нельзя, потому что можно сорвать резьбу. Вот, затем ключиком на подтяжку. Порядок. Колпачок на место. Опа. Вот это пошел уже хруст такой, это значит уже схватилось. Все на место, здесь заподлицо. Можно заводить. Включаем зажигание. Ну, самый ответственный момент, конечно, заводим. Господи, помоги. Вот, если все нормально, должен завестись сразу. Ну, может быть, 2-3 качка. В этих делах лучше всего, чем меньше лазишь, тем лучше ездишь, кажется. Вот, ничего не надо делать, завелось вот так вот и нормально. А там оно время покажет. Закрываем.
Ну, в этом скутере, в принципе, предназначена для свечи. Вот такой лючок здесь вот еще есть. Вот, ну, честно, как-то я им не пользуюсь по-русски с той стороны. Но, в принципе, здесь вот предназначено. Вот этот лючок открывается, и для свечи доступ есть хороший. Так, ну и ставим его, кажется, в строй. Догнали мы молодежь с этими аппаратами. А наш такой вот скромненький. Да, Рекс? Так, ну всем ни жезла, ни воздя, кажется. Удачной поездки и наслаждения от удовольствия. Всего хорошего.